Витищи, это... Здорово, в общем. Мы сегодня с тобой поиграем в Cooking Simulator. И переводится это, как ты уже догадался, правильно, симулятор... Повара! Да-да, вставочка зашла, да. В общем, что мы здесь имеем? Мы находимся в городе. У нас здесь есть обжора, который ест бургеры. Нам его нужно кормить. А кормить чем? Естественно, не только бургерами, но и вкусной едой. У нас здесь есть рецепты. Мы пока умеем готовить два блюда. Это вафли и хлопья. Все. Больше мы пока ничего не умеем, потому что мы нуба-повара. Вот, у меня еще на спине какая-то батарейка. Я не знаю, что это. Это, короче, какой-то ящик. Он, видимо, будет заполняться по мере приготовленных бургеров. Ну и прочих блюд. В общем, пошли на кухню забежим. Посмотрим, что там у нас есть. Опачки, вот мы и на кухне. Как здесь круто. Слушай, нас здесь встречает... Кто это? Крэкоп. Он дает миссии. Мы можем сразу взять первую. Давай, старт миссии. И он нам говорит, приготовьте вафли. Целых 15 штук. Мы за это получим 500 кэша. Ну что ж, места все заняты. Хотя давай-ка вот сюда я сейчас пройду. И начну готовку. Достаю свою крутую деревянную лопатку. Так, подожди, лопатка, вот она. Смотри, какая она. Я не знаю, из какого дуба и из какого дерева я его вообще отломил, сорвал, видимо, шел-шел, увидел. О, похоже на лопатку, дай-ка оторву эту ветку. Ну что ж, попробуем. Так, стопэ. Это не мое место, надо найти свое. Где мое место? Вот мое место. Все, я готов здесь работать. Тут прям для тупицы, для двойной пиццы написано кукхи, а типа готовь здесь. Ну что ж, начнем. Хопа. Опачки, это я вафли готовлю. Смотри-ка, круто. Одни вафли я сготовил, начнем вторые. Смотри, здесь еще есть какие-то кругляшки. Если я их нажимаю, то мне еще кэш прибавляется за это. То есть, если я их нажимаю, то я готовлю вкуснее. То есть, мои блюда не подгорают. Так. Эх, пропустил один. Где? Вот, вижу. Еще здесь. Так, у меня уже 5 штук готово. Блин, у меня только два раза получается перевернуть вафли, а я хочу больше, чтобы сорвать куш. Воу, все. Мой портфель с едой забит. Можно телепортироваться и кормить нашего телепузика. Здорово, обжора. Продаем ему еду. 10 кэша за 10 вафель. Да вы что? Одна вафля, $1. Что-то я продешевил. Ладно, пойдем снова на кухню. Эй, ребята, трудяги, поварята, я пришел сготовить еще пару вафель. Начнем же. Мне осталось еще 2 вафельки. Сейчас я их быстренько дожарю. Точнее, я не знаю, я их жарю или я их пеку, фиг поймешь. О, погоди, чтобы выполнить квест, мне нужно еще и приготовить хлопья. Я понял, значит, заходим в нашу книжку с рецептами, включаем вот это вот и начинаем готовить. О, смотри, готовится суп чанский. Блин, место кончилось в портфеле. Смотри-ка, у меня здесь есть еще 3 плиты. Первая 50 тысяч стоит, вторая 1 000 000, и следующая 10 миллионов. Нифига себе, вот это я губу раскатал. Ладно. В общем, они, видимо, как-то быстрее-шустрее готовят, не знаю, в чем их преимущество, но деньжища они, конечно, стоят немерено. Ну что ж, начнем готовить наши хлопья. Только я не понимаю, зачем нам их готовить на печи, точнее, на плите. Это загадка. Там же просто молоком залить и все нормально, изюма добавить, и просто волшебные хлопья получится. А ты слышишь, какая музыка, когда я их готовлю? Чудища прям какие-то происходят, когда я хлопья готовлю. Хлопья готовы, пойдем их продадим. Спасибо, обжора, что ты есть. Если бы не ты, я даже не знаю, кому бы я это все продавал. Итак. По квесту мне нужно приготовить еще 5 бисквитиков. Но бисквиты я готовить не умею, потому что я рукожоп еще нубастый. И мне нужно их как-то изучить. Значит, мне нужно что? Идти в кулинарную книгу и изучить его рецепт. Ну, этого бисквитика. Вот бисквит, по-моему, да? Да, это бисквит. Нифига себе. За знание, как приготовить бисквит, мне нужно $250 заплатить. О, боже, где же такие деньги-то достать? Ну что ж, приступаем к готовке, чтобы заработать $250. Знаешь, я настолько в себе уверенный повар, что готовлю хлопья лопаткой для приготовления котлеток для бургеров. Я от тебя просто в шоке. Воу!
Готовлю я такой, готовлю, меня хлыбыч выкидывает на улицу. О, мини-игра. Конечно же, я буду участвовать в мини-игре. Что это за мини-игра? Подожди, да ладно, нас снова затолкали в кухню. Это чемпионат шеф-поваров? Кто сготовит самое лучшее блюдо? Ууу, смотри, черепашки. Это что, собирать все надо? Собирай, 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 скорее всего, пряники, пиццы, всего-всего мороженки. Какие вкусняхи здесь, рамен. Лемур, зачем мне лемур? Его нельзя же есть, акула, лемур еще. Лемур-бургер. Боже мой, какие здесь вкусные блюда. Суши. Суши. А это что за зелененькая штука? Да что ты бегаешь за мной, девочка? Отстань от меня. Краб, рак, лобстеры. Воу-воу, объедки. А, нет, это не объедки, это какой-то сок был. Так, больше, больше, больше всего съедобного. Собираем, собираем. Кто больше соберет, тот будет самый лучший повар. Ну уже быстрее бегайте, мои ноги. Каракатица, а вот же я. Низкоростной. Надо на принтере, на 3D принтере новые ноги себе распечатать, блин, пластмассовые. Может, шустрее начну носиться. 3 секунды и... Ничего себе, я $1000 заработал. Я потрачил 2 суток на кухне и заработал 140. А тут в мини-игру сыграл и всего. И сразу же штукарь долларов получил. Хо-хо. Ну-ка пойдем пошопимся, зайдем в магазин Chef's Heaven. Типа, все для шеф-поваров. Так, что у нас здесь есть? О, воротник, фартук. Давай фартук купим, обязательно фартук. Есть зелененький за 1000. Есть за 250. Ну, конечно же, я еще не богатый шеф-повар, точнее, не топовый шеф-повар, поэтому возьму бомжатскую накидку, точнее, бомжатский фартук, беленький, на котором будут все пятна видны. Я его быстро учухаю. Боже мой, ты посмотри на меня. Квадратный фартук. Я балдею из него. Господи, его, по-моему, настолько отгладили, что он даже не сминается. А может быть, это фартук из картона? Я настолько не топовый шеф-повар, что мне даже пожалели тряпочный фартук выдать. Выдали из картона. Деревянная лопатка с листиком и картонный фартук. Боже мой, какой же я ущербный. Ладно. О, шапочка. Шапочка тоже будет из картона. Есть за 100, есть за 1000. Понятно, почему фартук и шапка за 1000, а не зеленый? Может быть, мне другой цвет нравится. Ладно, куплю белую шапочку. Покупаем. Глянем-ка на себя. О, боже мой. Я похож на какую-то Тамару, которая варит каши в детском садике. Тамара. Боже мой, до чего докатился этот мир. И купим себе, наконец, нормальную лопатку. Без всяких листиков. Но она все равно будет деревянной. За $350. Либо можно за 1000 нормальную металлическую. Но денег, увы, у меня не хватает. Поэтому беру нищебродскую. Вот так. Лухарь и лопатка. Ну все, я теперь просто настоящий шеф-повар. Кукин, фукин, мукукин. Еее. Кеху еще осталось приодеть, а то как-то не в тему смотрится у меня. Ладно, пойдем готовить. Выйти, выйти из магазина. Выпустите меня. Еее, ребята, ребят, смотрите, какой крутой. У меня теперь есть поварёха. Фу, блин, поварёха. Лопатка, фартук картонный и шляпа. Шляпа. Ну да, на голове у меня какая-то шляпа. В общем, давай начнем готовить. А, подожди, у меня же деньги есть. Ну-ка, открываем нашу книжечку с рецептами. И сразу же покупаем рецепт бисквитов. Хлыбыщ. Еее, теперь я могу готовить бисквиты, вкусняшку. А, на что у меня еще денег хватит? У меня есть $275. Нет. На яйца с беконом, к сожалению, не хватает. Вот. Поэтому готовим бисквиты. Бисквиты уже стоят $3. Сейчас мы на них поднимемся. Ну что ж, начнем. Посмотрим, насколько крута моя лопаточка. Опа. Это что? Это бисквиты? Похоже на бургеры, если честно. Бисквиты с джемом. Интересно, интересно. Красный джем. Это не из красных медуз, как добывал Спанч Боб. Когда я уже начну готовить шавуху? Я просто обожаю шавуху. Хочу готовить шавуху. Я бы ее ел на ужин, на завтрак, на обед, и еще и ночь проспался бы, тоже ел. И когда болел бы, тоже ел шавуху. Прикинь, заболел, съел шавуху, выздоровел. Просто пупительное лекарство. Бонус кэш, бонус кэш. О, смотри-ка, я уже могу 3 бисквита готовить. Нифига себе. Ну, блин, не покажу. Старт миссии начинается. Ладно, я стартую. Хотя нет, походу не стартую. Ладно, смотри. У меня ранг 3 уже есть, я могу 3 сразу бисквита готовить. Хлыбыщи, 3 бисквита у меня жарятся. Блин, почему бисквиты жарятся? Они же в печке должны выпекаться. Все, у меня не как у нормальных людей пекарей. Так, все, бисквиты наготовил. Эй, дружище. Воу,
Мы же квест выполнили. Выполнили, нам дали $500. А это означает, что нам дали новый квест. Я совсем про это забыл. Нам теперь нужно... Боже мой, 100 вафель надо испечь, капец. Это что, корпоратив какого-нибудь? Какие-то доны надо испечь, не знаю, что это такое. Панкейки надо испечь. Воу-воу-воу, ладно. Печем, значит, бисквиты. Мне же бисквиты... А, не, мне вафли нужны. Открываем нашу книжку с рецептами. Вафли. Давай сразу 3 вафельки. Жарь их. Бедный обжора, он у нас единственный на районе, скоро он лопнет. От такого количества еды все повара на районе просто носят пищу ему, только одному ему. Совсем его не жалеем.